Для тех, кто еще не знает, песни группы Йоки про... Да, много про что. Про природу, про утопленниц. Встречаются названия городов, названия рек, таких как Молох-то, Ухтахма, Шухамна. Это все реки, которые есть на самом деле в природе. И, конечно же, любовь. Вечная тема мужчины и женщины. В группе Йоки участвуют разные, разнообразные, различные инструменты. Есть вот такой вот инструмент. Для тех, кто путает его с домрой или балалайкой, это неправда. Это мандолина. Итальянский народный инструмент. Есть еще желтый чемодан. И еще один из моих любимейших инструментов. Бамбук звука, я его называю. А так, между собой мы его называем бревно. Это помесь бразильского народного инструмента беримбау, виолончели, бас-гитары и скрипки. Можно отнести к самодельным инструментам, можно отнести к несамодельным. Я думаю, скоро запатентовать серийное производство этих инструментов. Я русский народный монгольско-финский инструмент. Меня вот коллектив на распродаже случайно нашел в Амстердаме. И вот теперь я здесь оказался. Используй. Вот так он и пел в Амстердаме. Вот так пел в Амстердаме. Поэтому он теперь в России. Кострома, разноцветная Кострома. Вода Кострома, река. Отнести к какому-то жанру музыку Йоки. Я просто чувствую эту музыку, поэтому ее пою. Играю на душе скорее. Здорово то, что каждая песня — это какая-то история. Когда история облекается в музыкальные формы, инструменты, голоса. Получается гармония искренняя, замечательная, благодаря которой концерт похож на настоящий роман. Что такое Йоки? Йоки — это эмоция для меня во всяком случае. Музыка Йоки — это страсть, это эмоция. Мы стараемся передать какое-то чувство. Отличие от всех ребят, человек очень случайный здесь, в музыке. Просто
написал про свою родину, Волгу и окрестности. Песни все про красоту и сложность человеческих взаимоотношений. Ты из Вологды, да? Не, я москвич.